Старейший Бесецкий сельскохозяйственный техникум празднует юбилей. Возраст почтенный 115 лет. В начале 20 века учебное заведение основали в Волосовском районе по решению Министерства земледелия и государственных имуществ. За эти годы техникум выпустил десятки тысяч специалистов, строителей, монтажников, ветеринаров и зоотехников. Главным подарком на юбилей стал долгожданный ремонт в учебном корпусе и обустройство территории. На эти цели правительство Ленинградской области выделило более 18 миллионов рублей.